Вы смотрите рубрику «Прибытие». С вами я, ее ведущая, Дана Рига. Отличная погода, и мы выходим на улицу для того, чтобы сделать нашу утреннюю зарядку. Не обязательно. Для того, чтобы нагрузить наши мышцы, использовать многоповторные упражнения. Мы можем использовать статику. Что такое статика? Это когда мы используем вес собственного тела, замирая на пиковом движении. То есть, показываю первое упражнение на ноги. Ставим ноги шире плеч и приседаем присед плеве. И находимся в таком положении от 20 секунд до минуты, насколько вам позволяет ваша физическая подготовка. Вы сразу прочувствуете, как горят и сжигают ваши мышцы, потому что это пиковое напряжение. Постояли 20-30 секунд, что может быть хорошо. Переходим к следующему упражнению. Статическому. Это выходы. Следим за тем, чтобы колено не выходило за носок. Угол 90 градусов колени. Замираем в таком положении на такое же количество времени. Не забываем про дыхание. Встанем через движение и через боль, через силу. Чем дольше вы постоите, тем лучше проработают ваши мышцы. То же самое мы делаем и на другую ногу. В идеале даже делать без отдыха. То есть сделали упражнение, перешли сразу к следующему стоянию. Сделали следующее стоянию. Закончили упражнение на ноги. Переходим вниз к упражнению на пресс. Исходное положение лежа. Поднимаем ноги и поднимаем руки. Одновременно скручиваемся. И находимся в таком положении около минуты. Не забываем дышать, это очень важно.
Простояли минуту. Переходим к следующему упражнению. Это боковая планка. Мы становимся, упираемся на один локоть. Поднимаем тело. И стоим, удерживаем такое положение, если у нас подключаются костные мышцы пресса. Расстояли от 20 до 60 секунд и сразу переходим к другой стороне. Поднимаемся, дышим, чувствуем движение мышц, мы продолжаем стоять и желательно улыбаться, чтобы заряжать свои улыбки окружающих. Мы завершаем наше упражнение планкой. Для того, чтобы ее усложнить, вы можете вытянуть противоположную руку и ногу. И поменять. И если вам тяжело, то просто практически планка. Здесь уже, конечно, лучше выполнить двух минут. И заканчиваем наш комплекс упражнений. Пьем водичку. Я с вами прощаюсь. Помните, что гарантия это здоровый дух. До свидания. Я надеюсь, вы если выполняете все нужные упражнения, сейчас пришли в порядок, восстанавливаете дыхание и послушайте очень актуальную информацию о нашем проекте. Да, друзья, сотрудники в рамках проекта «Библиотека под открытым небом» открылся в летнем читальном зале Центральной городской библиотеки. Посещение летней библиотеки на открытом воздухе в центре города и проект прекрасная возможность отличия от городской суеты, от круговорот проблем. Вот если вы не журнал или книжку, появится будет удобное место в парке и погрузиться в чтение. И, между прочим, репетиторы выпускных изданий читального зала стало нитки более 5 наименований центральных и местных периодических издательств. Так будет удобно не только нам, взрослым, но и для детей. Так уж точно. Я считаю, что тоже есть для любых читателей, которые смотрят детский уголок с произведениями отечественной и зарубежной классики, современной детской литературы и периодики. В читальном зале «Сада Литки» планируется еженедельные политические субботы в формате открытого микрофона, посвященные знаменательным, памятным и юбилейным датам. Актуальные услуги ставят. Бесплатная интернет, бесплатный интернет, специально подключить и насладиться социальными сетями, возможно, какими-то кино и так далее. То есть можно это зона рекреации, такая масштабная, когда ты приходишь в Литке, в центре города, это зеленый такой уголок, можно почитать, можно бывать в интернете, попить кофейку и вообще привести себя в порядок. Я имею в виду, как мы физически плане. И, собственно, вы видите, так что не видели, что свое дело. Ну да, мне кажется, замечательно, но у тех инициативы, кстати, в городском парке, я знаю, что тоже проводятся такие вот открытые библиотеки, выезжают и отдают специально отдают книги, отдают различные журналы, также детские и взрослые, и потому что о городском парке, мы, конечно, желалось так повести чуть позже. Сейчас я даю вам информацию о Литках, в общем, не знаете, как провести время, отправляйтесь в парк, подпишитесь свежим воздухом, почитайте какой-то интересной литературы, причем это совершенно бесплатно. Кстати, я знаю, что в Литках в свое время ходила такая практика, когда люди меняли книги, потому что было на лавочке оставить свою книгу, и ты берешь, читаешь, и взамен можешь оставить свою такую книжку. Ну, может быть, сейчас тоже можем такой проект поверить. В общем, друзья, бизнес и далее мы хотим поделиться с вами информацией о вашем сегодняшнем дне. Как у нас сложится, что вот сегодня обещают звезды, узнаем от Марии Белой. Женщины цвет с мужчинами медалей. Непростое сочетание. Стоящиеся в стеклянных глубинах напряженность требует исключения. Ей необходимо освободиться от прежних надежд. Ему необходимо вернуться к реальности. Здравствуйте, с вами Астрофизиолог Мария Белова. И моя реальность связана с точной наукой, которая лежит в основе моего ежедневного прогноза. Сегодня Солнце имеет аспект с разными планетами, в результате чего мы можем переоценить свою значимость. Поэтому четко рассчитайте, что и в какой последовательности вы хотите сделать сегодня. После обеда звезды отдыхают, а значит нам стоит взять снег пример. Но теперь о том, что приготовили звезды для наших знаков зодиака. Управляйте вашими эмоциями и не поддавайтесь на вспышки гнева. Телеса, ваша любовная жизнь может быть полна конфликта, риска и драм. Попробуйте найти компромисс. Близнецы, ваши эмоциональные и физические законы на решение вопросов будут максимально высоки, а рассчитывайте свои силы. Рак, берегите ваши эмоции для приятных событий и игнорируйте мелкие неприятности. Рак, перемены к лучшему взаимоотношению.
отношения с вашими родственниками будут приятны и долгожданны. Все ваши привычки могут реально измениться. Все это результат обстоятельств. Если сопутные отношения с партнером могут создать лишнее напряжение в делах. Скорпион, замечая любые слабые места для достатка окружающих, вы сможете легко раниться с полами. Стрелец, уединение вам будет легче думать, анализировать, творить козерог. Интуиция позволит понять суть проблемы и найти нужные решения. Удалее, не стоит брать кредиты, связывая себя с уголовными обязательствами. Рыбы, деньги, которые можно посвятить себе и немного сбавить темп. Если каждый день вы чувствуете напряженность в отношениях с семьей или коллегами, стоит задуматься, а потом написать свой вопрос на мою электронную почту. Обязательно указать дату, время и место вашего рождения. Друзья, мы продолжаем. Во втором части ожидается у нас два мастера романтической профессии. Многие даже здесь не считают себя представителями, пожалуй, самых невероятных и фантазийных профессий. Я представляю себя, да, связанная с небом, мальчики, которые всегда с летчиками, а девочки всегда хотят быть стюардессами. Так что в красивой форме. Это постоянно, когда ты Сегодня мы решили встретиться с представителями этих прекрасных профессий. У нас в гостях становятся сотрудники саратовских авиалиний. Командир воздушного судна «Эльбрайн» 190 Александр Трушин перед ним положится Дарья Воробейчика. Вы видите сейчас на экране, на втором части они к нам придут и расскажут, насколько фонтаны совпадают с реальной жизнью, насколько дорого сопутят. Да, здесь вопрос я ждем уже во втором части посредственных новостей, но вы можете уже сейчас присоединяться к нашей беседе, записать нам номер смс-портала, вопросы для ваших гостей, может быть, у вас остались вопросы с последним периодом, может быть, вы хотите, возможно, стать стюардессой или мечтаете сейчас, то вы мечтаете стать, может быть, даже пилотом, вот как, куда попасть, как туда попасть, кому нужно обратиться, есть ли у вас летние школы и так далее, все это будем обсуждать уже во втором части, но сейчас мы хотим вам показать еще одну интересную историю. У нас в городе недавно, в предыдущую субботу, прошла премьера шоу под названием «Джиггеры». И вся подробная информация в нашем сюжете. Без привычных ограждений, отделяющих зрителя от опасных хищников, выступают артисты цирка «Джамалия». Дрессировщики уверяют, что это совсем не опасно, ведь животные дисциплинированы и отлично знают свое дело. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
что я буду делать вашу работу, это более специальные люди. Поэтому происходит. Профессионалов, которые будут с этого учебы, которые работают в своем любимом, ну, конечно,
Швейцарцы показали, насколько подобное занятие может быть приятным и комфортным. Огромная полезность для здоровья и состояния окружающей среды. Подать заявку на участие в акции можно на сайте bike2work.ru. Пишите свои заявки, если вам это интересно. Если вы, в принципе, вы его любите, вы можете сказать, что вы любите города, сами ее вдруг. Да, друзья, но самое интересное, то, что во всех европейских странах даже губернаторы и управляющие городами катаются и едут на работу на велосипеде. Они постоянно делают это? Они делают это постоянно, они не стесняются спускаться в метро, пользоваться близко общественным транспортом. Я думаю, что эту практику нужно перенести нашим властям. Возможно, дороги везде станут лучше, проверить общественные заведения по этому невероятным саратским дорогам, о которых уже слагаются легенды, были и возникли. Вот так я сказал, как наши страны слышали. Мне кажется, они станут более, значит, как бы скрупулезно относиться к исполнению обязанности приезда. Может быть, мы вообще у нас идут, потому что не просто дороги, он не затрясает, да, окружающие страны, спорт экологии. Это очень хорошее решение для того, чтобы, например, страдать с какой-то работы, а можно, конечно, пробежаться, но на велосипеде только быстрее не теряется. А самое главное, что его не нужно заправлять, стараться не сделать это. Всем привет! Меня зовут Альфия Богатова, и вы смотрите «Кинообзор». Давно в кинотеатрах не показывали приключенческих боевиков в стиле «Индиана Джонс». Мы уже соскучились по исследованиям, историческим фактам и невероятным открытиям. Что ж, в какой-то степени Голливуд услышал нашу молитву. Харрисона Форда, конечно, вам не обещаю, зато интересную приключенческую историю, основанную на реальных событиях, гарантирую. Фильм «Затерянный город Зет». Что ты ищешь? Гораздо важнее, чем ты можешь себе представить. Это твое значение.
«Потерянный город Дед» — это американский историко-приключенческий боевик 2016 года. Режиссер фильма Джеймс Грей. Кинолента снята по одноименной книге Дэвида Грама «Затерянный город Дед», которая, в свою очередь, основана на реальных событиях, повествующих о британском исследователе Перси Фостете, который искал древний затерянный город в Амазонии. Главные роли исполнили Чарли Ханнам, Том Холланд, Роберт Паттинсон и Сиена Миллер. Изначально планировалось, что Перси Фостета сыграет Брэд Питт. Затем эту роль получил Бенедикт Кэмбербэтч, но он выбыл из проекта из-за несогласованности съемочных графиков с фильмом «Доктор Стрэндж». В итоге роль досталась Чарли Ханнаму. Очень интересно, что дата выхода киноленты в прокат значительно отличается во всем мире. Например, в США премьера состоялась 15 октября 2016 года на Нью-Йоркском международном кинофестивале. В России же дата выхода «Затерянного города Z» выпала на 27 апреля 2017 года. А в Австралии фильм и вовсе стартует в прокат 17 августа 2017 года. Во время съемок на площадке не слыхали взрывы и выстрелы. Кинокоманда распугала всех животных в округе и местных фермеров. Жители даже жаловались в газеты и на телевидении. Первоначально фильм получил возрастной рейтинг R за сцену насилия. Однако в итоге создательные проекты были вынесены необходимые коррективы для увеличения возрастной аудитории зрителей. Фильм «Затерянный город Z» стал одним из самых ожидаемых в 2016 году и получил довольно-таки положительные оценки критиков. На одном из авторитетных киносайтов фильм имеет рейтинг 88% на основе 48 рецензий критиков со средней оценкой 7,3 из 10, что в целом соответствует статусу положительных отзывов. Мы собственноручно напишем новую главу истории. Я назвал его «Сэр». Он существует, и мы найдем его. Для того, чтобы лично убедиться в справедливости высокой оценки, предлагаю вам сходить в кино и посмотреть «Затерянный город Z». А сразу после жду ваши отзывы на странице телеканала в социальных сетях. Смотрите рубрику «Кинообзор» на официальном сайте saratov24.tv и в мобильном приложении. В этом время собралось 1700 нашего города.
нашей области. Но у нас такой масштабный представленный причал будет на причал глава администрации города. Был вот такой интересный концерт. И, кстати, специально с таким сюрпризом для наших жителей стало исполнение хора Александрова песни «Саратов». Будем отдыхать от серьезных новостей и планировать досуг. В эфире «Афиша» и я, ваш персональный гид в мире развлечений Анастасия Кутлева. Список интересных мероприятий у меня уже составлен и оглашен будет незамедлительно. Поэтому смотрите внимательно, чтобы потом ничего не пропустить. Но для тех, кто в середине недели уже решил спланировать выходные, эта информация точно будет кстати. Особенно, если вы считаете завтрак самым важным приемом пищи. Берете с собой в работу вместо конфет натуральные снеки и уже вы не мыслите без здоровой пищи. В эти выходные пройдет полюбившийся многим фестиваль «Вкусной еды в национальной деревне». В нескольких словах расскажу, что это такое. Фестиваль «Вкусной еды» – это традиционный праздник вкуса, полезной еды и хорошего настроения. Все гости фестиваля смогут не только продегустировать, но и приобрести качественные и полезные продукты прямо в
производителей. Кроме гастрономического изобилия, гостей праздника ждет и насыщенная концертная и развлекательная программа. Среди участников фестиваля организаторы разыграют несколько вкусных корзин и такие подарки, как товары для дома, сертификаты в магазины и салоны красоты, приглашение в развлекательные центры. Призы достойные, думаю, за них стоит побороться. Поэтому не упустите возможность и приезжайте 6 мая в национальный деревянный фестиваль «Вкусный вид». И не забудьте захватить с собой паспорт. Это обязательное условие для участия в розыгрыше. Ежедневно мы проходим или проезжаем в среднем около 8 километров. Но сколько из них мы запомним на всю жизнь? Думаю, не так много. А вот если мы отправимся в Калмыкию, то запомним каждый километр. Убедиться в этом вам лично предлагаю в эти выходные. Ведь из Саратова в Листу 6 мая отправляется экскурсионный автобус. Именно в Листе столицы Калмыкии находятся ее наиболее яркие достопримечательности. К ним относятся буддийские святилища. Золотая обитель Будды Шакьямуни, самый большой буддийский храм в Европе. Ступа просветления, хранилище буддийских реликвий. Золотые ворота, отражающие драматическую историю калмыцкого народа. А также светские объекты, великих шахматных городов и памятники фольклорным калмыцким героям. Одним словом, вас ждет захватывающее путешествие в буддийскую твердыню Европы, экскурсии по самым красочным и известным местам, выезд в калмыцкую степь и общение с буддийскими ламами. И, конечно, масса позитивных эмоций и впечатлений, которые запомнятся вам на всю жизнь. Напомню, группа из Саратова отправляется в Калмыкию уже в эти выходные, поэтому, если вам хочется провести майские праздники в гармонии, то начинайте собирать рюкзак. На этой неделе у каждого из нас есть возможность окунуться в сказку. А вернее, в сказке старого Вильнюса, по одноименному сборнику произведений Макса Фрая. Вы думаете, что раз вы выросли и повзрослели, то можно перестать верить в сказки? Но сказки же не перестали верить в вас. Они продолжают и продолжают происходить с вами на улицах города. А посему мы, программа «Афиша», вам все-таки советуем держать глаза широко распахнутыми, а уши востро, потому что в любом городе с вами может случиться чудо. Ветром не нашепчет вам нужное слово, или внезапная надпись на стене станет ответом на давно мучающий вас вопрос. Или, да мало ли что еще. Если поверить как следует в то, что все это возможно, то следующая сказка будет про вас. Да-да, именно про вас. Не верите? Отправляйте 6 мая в театральную мастерскую «Грань» смотреть спектакль «Сказки старого Вильнюса». Эта постановка уверена напомнит вам, что чудеса близко, они совсем рядом. И даже если вы не верите в них, то они точно верят в вас, запомните. Хочется нам того или нет, но настало время прощаться, радует неизменно одно. Встретиться мы можем, как обычно, в наших группах, в социальных сетях и на сайте saratov24.tv. Но следующий выпуск «Афиши» выйдет настолько быстро, что вы даже не успеете оглянуться. Поэтому с легким сердцем я вам спасибо, что вы прощаюсь с вами. Ходите на хорошие мероприятия и помните, в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете. Ну, собственно, подходит у нас очередной выпуск новостей. Как свеженький, горяченький. Свеженький, горяченький, как и настоящее лето. Друзья, у нас есть студия Анна Антонова. Аня, привет еще раз. Да, что мы только расскажем, что вы делаете с моими коллеги. В Заводском районе нашли бесхозный батут детских отрядцов. Да. Знаете, можно ли на бесхозный? Есть одно новое, его обнаружили люди по несанкционированным торговым точкам, выходя на еще два. Смотрите дальше, будто не шоу, а штукурок. Как положить дорогу в небо? Как мы рыбам лучше беречь свои эмоции? А что рекомендуют звезды вашему знаку зодиака? И на какой фестиваль лучше всего отправиться пешком? Yeah.
многие из нас детства мечтали стать представителями полета одной из самых романтических практик. Мальчики хотели быть стрелочками, а девочки стюардессами. Сегодня мы решили встретиться с представителями этих прекрасных профессий. Нас в гостях сегодня сотрудники саратовских авиалиний, командир воздушного судна, Embraer 190, Алексей Трухин, и вот проводница Дарья Воробейчик. Доброе утро. Это когда практика в таможенных органах с Ростовской области, мне пришлось съездить, скажем так, в аэропорт, это пришлось кое-какие бумаги по этому поводу. И так совпало, что у меня такой кастинг на борту ледника. Да, было куча народу. Ну, практически, скажем так. На тот момент мне объяснили, что это явление не так. То есть было, мне кажется, не менее 100 человек, они толпились, потому что меня спрашивали, кому приходили, постоянно интересовались, хотя я, по сути, была такой же девушкой или юношей, которая вот, пришла первый раз, потому что это другой вопрос. Ну и я решила, скажем, тогда попробовать, и вот, заценила. В разных компаниях, на самом деле, скажем так, это число разных районов, что вы... Ну, у нас так, 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 да, да, кстати, так это не смешно, я девчонка, а в самолете тоже дают, скажем так, то есть есть и побольше, в некоторые самолеты, такие как Боги и Ракласы, то, что, кстати, у нас так самолеты, как бы, ну, и, соответственно, я прошла за тех последних медицинских комиссий, и английский язык тоже приветствует. Вот, ну, так как я по образованию юристировочка, у меня всякие проблемы не возникло, и, скажем так, благодаря моей профессии, нужно сказать, я оказалась здесь. Потому что кто-то не любит находиться на пространстве, поэтому я не тяжело.
это реально меняет здоровье нормального человека, или все-таки еще психическое такое состояние, то есть прежде у них чисто одновременно спрашиваем, да, болезнь становится. Мы столкнулись с многими проявлениями, я постоянно сталкиваюсь с него, и как с этим борются сейчас, и вообще идет ли такой отношение. Мы пошли в создание на закон, поэтому сейчас Сейчас
Сейчас расскажу подробнее. В четверг
все бывает сразу фестивал обычный, будет небольшой дождь. Это все любящие становятся от метров в секунду, а на среднее давление сегодня 859 мм. Тут не расстава, льем температуру воздуха, проверяется до обед, плюс 18 градусов, а ночью будет немного прохладнее, будет плюс 13. Но, как я уже сказала в самом начале, о том, что совсем скоро будет небольшое похолодание, так что планируйте свои выходные таким образом, чтобы лучше с погодными условиями, потому что говорят, мне интересно, что будет идти дождь, к сожалению. Будет идти дождь, но не будет никаких дождей, если вы пойдете в кино. Собственно, и сейчас мы хотим бы предоставить вашему вниманию розыгрыш только на один вечер, 5 мая, к Волжским берегам, тут будут океанические волны Гавайи, Марокко и Африки. Вейксерф сезон на Саратовском кемпе откроется спецпоказом фильма «Бильярд». Художественный документальный фильм о том, как самые разные люди связывают свою жизнь с серфингом и большими волнами. И сегодня у нас есть уникальная возможность предоставить вам два билета на единственный показ в Саратове. Для этого вам нужно отправить СМС с правильным ответом на наш СМС-портал. Итак, внимание, вопрос. Как называется доска для вейксерфинга? Барабанный дом присылает свои СМС-ки за правильными ответами на номера, которые вы видите прямо сейчас у себя в жизни. Правильно, друзья, первый, кто пришлет правильный ответ, получит два билета вот таких вот красивых, потому что эти красивые. Их можно и выделить, а не просто открытки. Посмотрите. Очень интересно, когда там будет фильм, так что участвуйте в нашем розыгрыше. Номер телефона 256-302-24-24. Быстрее напишите нам ответ на ваш вопрос. Похоже, пока что называется доска для вейксерфинга. Достаточно простой вопрос, достаточно простой. Быстрее ответ на ваш вопрос. Как это все? Вопрос есть ответ. Не надо, что подсказывать. Давай расскажем нашим телезрителям еще одну информацию. Друзья, вот наши глаза это один из самых важных органов. В течение зрения значительно ухудшает качество нашей жизни. И центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии это многократно для офтальмологической клиники, где вы можете пройти диагноз, чтобы также получить лучшие и глазные заболевания при помощи экстракта современного оборудования. Так называется аппарат по удалению катаракты. Это достижение мировой офтальмологии ПЛИО в центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Фемтосекундный лазер сегодня один из современных способов избавления от катаракты. Новые технологии заменяют скальпель лазерным лучом. Благодаря встроенному глазному системе томографу специалисты центра видят трехмерный модель глаза. Все действия выполняются компьютером с высочайшей точностью. Благодаря новому прибору хирурги настраивают параметры лазера с точностью до микрона. Врачи с помощью ультракоротких световых импульсов возвращают зрение всего за 15 минут. Операция по поводу катаракты с использованием чем-то лазерного оборудования, она имеет свои особые показания у пациентов с заболеваниями сетчатки. Именно при заболеваниях сетчатки мы боимся, что какие-то изменения сетчатки начнут прогрессировать и предупреждаем об этом. Здесь риск прогрессирования заболевания сетчатки после удаления катаракты именно этим способом уменьшается в разы. Уже более 10 лет в центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии проводятся сложнейшие операции по восстановлению зрения. Подобно фемтосекундному лазеру, хирургическое вмешательство стало еще более простым, безопасным и доступным практически каждому жителю региона. Друзья, напоминаю вам еще раз о нашем розыгрыше. Два билета на киноленту «Бильярд», киноленту «Апостерфинге». Если вы вдруг не слышали на вопрос, то мы задаем вам его еще раз. Как называется доска для вейксерфинга? Да, вы знаете, просто вопрос, то есть номер «Апостерфинга». Там приходит раз на ответ, и я будьте проще, друзья. Послушайте вопрос, как называется доска. Сейчас мы будем телефон прямого эфира, номер СМС-портал 806-302-24-24. Ждем ваше сообщение именно с правильным ответом. Но сейчас примем слово Марии Белат, которая расскажет о том, что видит вам сегодня или нет, как сможете сегодня ваш день, и узнаем от нее прямо сейчас. Здравствуйте.
Женщины цвет, мужчины удаления. Не простое сочетание. Стоящийся в сухарем глубинных напряженных требует исследований. Ей необходимо освободиться от прежних надежд. Ему необходимо вернуться к реальности. Здравствуйте. С вами психолог Мария Пика. И моя реальность связана с точной наукой, которая лежит в основе моего ежедневного прогноза на текущий день. Сегодня солнечный доспех сразу меня планирует. В результате чего мы можем переоценить свою значимость, поэтому четко рассчитайте, что и в какой последовательности вы хотите сделать сегодня. После обеда звезды отдыхают, а значит нам стоит взять с них пример. И на температурке приготовить звезды для наших знаков зодиака. Управляйте вашими эмоциями и не поддавайтесь на вспышки гнева. Телеса, ваша любовная жизнь может быть полна интриг, риска и брань. Попробуйте найти компромисс. Близнецы, ваши эмоциональные и физические затраты на решение вопросов будут максимально высоки, рассчитывайте спасибо. Рак, берегите ваши эмоции для приятных событий и игнорируйте мелкие неприятности. Прежде перемен к лучшему взаимоотношения с вашими родственниками будут приятны и долгожданны. Дело, ваши привычки могут значительно изменить против себя. Все это результат обстоятельств. Чистые запутанные отношения с партнером могут создать лишнее напряжение в делах. Скорпион, замечая любые слабые места и недостатки окружающих, вы сможете легко ориентировать слово. Стрелец, уединение вам будет легче думать, анализировать, творить взрок. Интуиция позволит понять суть проблемы и найти нужные решения. Водолей, не стоит брать кредит и связывать себя договорными обязательствами. Выбирай день, который можно посвятить себе и немного сбавить темп. Если каждый день вы чувствуете напряженность в отношениях с семьей или коллегами, стоит задуматься, а потом написать свой вопрос на мою YouTube почту. Обязательно указать дату, время и место вашего рождения. Выступают артисты цирка Джона Ли. Дрессировщики уверяют, это совсем не опасно.
очень плотные, дисциплинированные и отлично знают свое тело. Действительно, только любовью и трудом можно заставить диких животных выполнять наверняка или крючки беспрекословно слушаться дрессировщика. На ярмарке вышли легендарные лошади на свободе. Много поражает своей грациозностью и обилием трюков. По команде специально демонстрируют перестановление, игру в шахматы и даже танцуют вальс. Вместе с экзотическими хищниками, змеями, леопардами, крокодилами, на время знаменитые канадские клубы. Лина и аватар пользуют, ходят на задних лапах и выполняют сложнейшие элементы. Все это буквально в метре от зрителя. Искушенные зрители с замиранием сердца наблюдают за полетами по куполам церкви гимнастки Кристины Фестивали. Обвинитель Кристо Стира Симон Бруханов выполняет невероятные по сложности силовые акробатические элементы и поражает безупречной техникой. По-настоящему трогательный дуэт клоуна Юрия Филатова и Сергея Кульченко растет от сердца даже самого черствого зрителя. Ведь секрет их шуток довольно прост. И главное – подарить его зрителям. Саратовская публика в долгу не остается. И действительно, не каждый день можно увидеть своими глазами такое сложное и захватывающее шоу. Мне, на самом деле, понравилось, потому что я дала хорошо очень довольна про себя в голову. И таких ярких желаний я даже отправляю через все, что я не получала. А в гости всего лично мне запомнилось человек в конце. Зрители смогут наслаждаться захватывающей дух шоу-программы. Джемейли приглашает всех саратовцев стать участниками волшебного циркового действия. Сообщение, ответить на вопрос, как называется доска для выкса. Итак, как она называется? Она называется
Мы все понимаем, да, мы начнем замысловать кадетов, но первых у нас являются победители врачей. Но здесь оказывается, на цифре 7405. Мы вас искренне поздравляем. И для этого учебный билет улетает к вам. Завтра вы наверняка занимаетесь вам известным вечером. Поделитесь с нами тем, как у вас прошел. Выкладывайте фотографии, снимайте видео, ставьте хэштеги, старайте 24. Снимайте видео и Всем привет, с вами Илья Соколов и рубрика «Афиша». Совсем скоро 9 мая будет День Победы, и мы с вами будем отдыхать целых 4 дня. Сейчас я расскажу вам о том, где можно провести эти праздничные выходные все себе. Приходим тепла, хочется все время находиться на улице.